Всем привет! Сегодня буду очищать школьный рюкзак. Вот. Вот с 1 сентября мы, правда, ни разу не чистили. Сегодня будем проводить очистку. Буду использовать вот это средство для очистки ковров и обивок. Нужно развести колпачок на литр воды, вспенить и пену нанести на уже непосредственно то место, которое вы хотите очистить. Использовать вот такую перчатку. Они идут в паре, левая и правая, и идут двухсторонние. То есть можно и кошку прочесать, и овощи, фрукты помыть, и снять, вот видите, поверхность какую-то. Они не скользят, то есть у них единый размер, но вот у меня самый маленький эско, они мне не скользят. Вообще очень удобно, я таким образом мою ванну, вот. И валенки чищу, обувь чищу, то есть такая универсальная перчатка, ей уже 2 года, больше даже. До сих пор она живая. Левую я задарила. Вот сейчас я буду... Это хорошо в спину. Прям вот эту пену буду наносить. Сейчас одной рукой неудобно наносить на рюкзак и оставлю все это. Пусть работает. Так, ну вот немножко стекла вода. Вот такой чистенький зайчонок. Зайчок. В общем, освежили. Сохнет, теперь высыхает.